Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Глава МВД Владимир Колокольцев посетил съезд «Единой России», который проходил в Москве 7-8 декабря. Его визит благодаря зорким глазам руководителя правозащитной группы «Агора» и администрации паблика «Омбудсмен полиции» сразу стал горячей темой для обсуждения. Почему? Потому что незаконно. Ведь согласно федеральному закону о полиции, сотруднику полиции запрещено принимать участие в деятельности политических партий. А Колокольцеву, на минуточку, присвоено звание генерала полиции Российской Федерации. Попался. По факту нарушения администратор паблика «Омбудсмен полиции» обратился в Генпрокуратуру и администрацию президента. Однако в МВД заявили, что Колокольцев никаких законов не нарушал. Это ложь. Улики были фальсифицированы. Я никогда не нарушал закон. Я сам закон. Поскольку руководитель ведомства был на съезде в качестве приглашенного гостя. Но так или иначе, информация попала в Википедию. После этого информацию о том, что Колокольцев участвовал в съезде вопреки закону, попытались удалить. Проект госсправки, который, собственно, отслеживает правки на сайте госструктуры, выяснил, что попытка удаления была сделана с IP-адресом в МВД. Однако на этом правки от МВД не закончились. За Википедию не волнуйся, мы изменим статью, когда вернемся домой. Мы там многое изменим. Дополнение ведомства продержалось около минуты. Его удалил бот, отменяющий неконструктивные правки. Позже история повторилась, но с тем же результатом. В интернете пишут не карандашом, Мар, а чернилами. Заблокируют ли Википедию или заведут дело на бота, который препятствовал действиям работника органов, пока неизвестно. Но, как говорится, интернет все помнит. До скорых встреч!